Опа, слышал, Дима прополз на пузе и говорил: «Я маленькая гусеничка». Вот такой набор Beyblade Micros, но там у нас не только маленькие Бэй, но и большие. И челлендж у нас будет на желание. То есть кто проигрывает, тот выполняет какое-нибудь интересное желание. Согласны? Да. Итак, вот такими маленькими Бэями, это, наверное, спразден этого трек, мы сейчас будем сражаться. Правила такие. Первыми сражаются Тимофей и Маша. Кто выбывает, тот выполняет какое-то наше желание, а победитель уже сражается со следующим игроком, с нашей второй Машей. Играем до одного очка. 3, 2, 1, гоу! Опачки! И первая проигрывает Маша! Ура! Тим, ты что-то загадаешь Маше сейчас? Ага. Тима, сейчас ты загадываешь нашей Маше желание свое. Итак? Чтобы Маша съела этот персик без рук. Ну, это будет интересно. Ложи тогда его на подстилку. Вот здесь. Ну что, Маш, давай. Получится у тебя такое задание? Ну, все-таки руки чуть-чуть применила, но подняла без рук. Молодец. Ну что ж, второй бой. Маша и Тима. 3, 2, 1, гоу! И кто же сейчас проиграет? Они одновременно остановились. Это вот этот спрайзен раньше остановил. А давайте переиграем, чтобы точно было. Давайте. Еще раз переигрываем этот бой. 3, 2, 1, гоу! И Тима будет выполнять желание Маши. Класс! Челлендж продолжается! Но теперь на маленькой арене мы будем играть большими Бэями. И у нас Твин Немезис и Спрайзен Реквием. Ну что ж, очередность та же. Сначала Тимофей с нашей Машей, а потом кто выигрывает, тот с нашей Машей 2. Тима готов? Маша готова? Да. Кто будет сейчас желание выполнять, а? Я не знаю. А вот сейчас мы и узнаем. 3, 2, 1, гоу! Ого, места им мало, как они дерутся, а? Тима! Тима будет выполнять сейчас наше желание. Маша, что ты загадываешь Тиме? Я хочу, чтобы Тима прополз на пузе и говорил: «Я маленькая гусеничка». Ну, давай попробуем, Тимофей. Ложись на пузо, маленькая гусеничка. Я маленькая гусеничка, я маленькая гусеничка, я маленькая гусеничка. Итак, Тима дополз уже до воды. И вот сейчас наша вторая Маша загадает Тиме желание. Какое, Маш? Я хочу, чтобы Тима прям... Нырнул? Нырнул. Ну, вот он, прям вот так вот. Вот так с головой, прям в одежде, да? Значит, Тим, тебе надо нырнуть и найти много медуз. Давай. Прям ныряй с головой. Ныряй с головой, поехали. Ну, ты готов? Я не знаю, где соленая вода. Соленая? Да, наверное, надо очки. У нас, кстати, между прочим, здесь дно совсем, вот видите, с медузами. Ага. Такое прозрачное. Давай.
Девчонки, готовы? Да! Две Маши на арене и... Три, два, один, гоу! Ого, погнали! Ура, победа! Но наша Маша победила! И ты придумала для нашей второй Маши желание? Да! Какое? Маша, ты должна взять зонтик и бегать и говорить, кажется, дождь начинается! Это будет смешно! Поехали выполнять! Кажется, дождь собирается. Понравился челлендж? Ставь лайк. И подписывайся на канал Тим Витыч. И две Маши.